Завтра в России единый день голосования. В нашей республике дополнительные выборы проходят в 33 муниципальных районах. В 264 свободных округах, где народные избранники по разным причинам сложили свои полномочия, выдвинуто более 1500 кандидатов от политических партий и самовыдвиженца. Участки будут работать с 7 утра до 8 вечера. Избиратель получит бумажный бюллетень. Предварительные итоги в Центр избирком Татарстана будут представлены через систему ГАЗ-выборы к утру 9 сентября.